Крупный пожар произошел сегодня в юго-западной части Старого Оскола. В полдень на пульт единой диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании в здании мебельного склада на Комсомольском проспекте. Огонь распространялся стремительно. На месте происшествия работали расчеты пожарно-спасательных частей номер 6, 7, 59 и 10. Общая площадь пожара – около 300 квадратных метров. На борьбу с огнем потребовалось почти полтора часа. Погибших и пострадавших нет. Рассматриваются две версии возгорания – неисправный электроприбор или неосторожность при курении.